Ну вот смотрите, там одна комната, и там дальше будет. В доме номер 20 по улице Водников сотрудники Госпожнадзора знают каждый уголок. Здание на одной из старейших улиц Самары не раз попадало в сводки. В марте на третьем жилом этаже случился крупный пожар. 17 комнат сгорели, остальные оказались залиты водой. Дом расселили, пустующее здание облюбовали бомжи. В уцелевших квартирах налажен нехитрый быт. Только за последние 10 дней поступили два сообщения о возгорании по этому адресу. Обитателей дома не раз забирала полиция. На этот раз никого застать не удалось. Данное здание у нас не охраняется. Окна и двери у нас, соответственно, частично отсутствуют, частично открыты. Действительно, здесь возможно скопление данных лиц, так как некоторые помещения у нас еще остеклены, сохраняется тепло, и, соответственно, данные люди обогреваются, зажигая мусор бытовой. Там различные предметы мебели. Только в Самарском районе подобных пожароопасных адресов больше десятка. Дом на Водников 20 находится на балансе городского департамента управления имуществом. Есть информация о том, что его планируют капитально отремонтировать. Сотрудники Госпожнадзора считают, что хотя бы на время холодов решить вопрос с безопасностью этого дома помогут простые меры. Как следует заколотить двери и окна или обнести здание забором. Конечно, после мартовского пожара вход в дом закрыли, но сделали это так, что справиться с преградой оказалось совсем несложно.